выразить огромную благодарность профессорскому преподавательскому составу, лично Константину Михайловичу вам за тот неустанный труд, который вы ежедневно, ежечасно проделываете для того, чтобы в наших студентах, в наших выпускниках в конце, после, во время выпуска нашего университета оставалось стремление к знаниям и постоянное повышение своего научного и технического потенциала. Наш президент, президент Кыргызской Республики Атамбаев Алмазбек Шаршинович, направляя меня на ваш юбилей, поручил меня поздравить вас с этим знаменательным праздником, просил передать слова благодарности и выразил надежду, что и в дальнейшем Балтийский государственный технический университет будет также взаимодействовать и сотрудничать в сфере подготовки высококвалифицированных кадров как для России, так и для Кыргызстана тоже. Поэтому с пожеланиями смелых решений, дальнейших перспектив, доброго здоровья, крепких, долгих лет жизни, разрешите передать ректору военмеха Константину Михайловичу личный подарок от президента Кыргызской Республики Алмазбека Шаршеновича. Также я хотел передать свои личные подарки. Вот у нас есть эпос «Манас», как вы сами знаете. Это издание как раз на кыргызском, английском и русском языках. Вот это для вашего института, для музея нашего института. Еще раз. А это у кыргызов. У кыргызов это символ власти. Чтобы, Константин Михайлович, чтобы в вашей работе ваши действия всегда были твердыми и решительными, как вот наш символ. Всех с праздником! Спасибо большое. Думаю, что символ власти как раз на ближайших выборах ректора пригодится. Академик РАН Владимир Валентинович Акрепилов. Дорогие друзья, дорогие коллеги, я пришел в военмех в 64 году. Время было трудное, пришел я после службы в Советской армии, в шинели в одной, поступил. Но тяжело было, конечно, учиться, потому что надо было где-то зарабатывать. Поэтому и учился, и работал. А поскольку по ряду предметов, ну, не очень был подготовлен. Ну, например, могу сказать такую вещь. У нас черчение, это не то, что сейчас там рисуют на компьютере. Тяжелый был предмет. А у меня в школе вообще ни рисование, ничего не получилось. Я как-то стул нарисовал, а учительница сказала, это не стул, а тихий ужас. И вот мне с такими навыками пришлось здесь учиться заново черчению. Но не получалось. Могли отчислить. И вот я хочу сказать, насколько доброе, хорошее отношение было преподавателей, людей, которые вместе с нами, значит, вот, учились и помогали нам. Прикрепили мне двух людей, которые специально занимались вот этой проблемой, учили меня черчению. И я успешно сдал, в общем-то, экзамен и продолжал учиться дальше. Не все, что мы изучали в военмехе, пригодилось. Но я вспоминаю, например, такую предмет, как санкостроение, когда нам надо было спроектировать, вот мне лично была такая задача поставлена, спроектировать токарный станок. Я полгода мучился с этой проблемой, сделал, конечно, больше никогда я станки не проектировал. В жизни моей это не пригодилось. Но
Военмех научил чему? Трудолюбию, дисциплинированности, умению преодолевать трудности, видеть поддержку своих друзей, товарищей. То, чего ни в каком другом, может быть, месте мне в жизни бы и не удалось получиться. Это мне очень потом пригодилось. Пригодилось в моей научной деятельности, в моей жизни. И я за это очень благодарен преподавателям университета, студентам, с которыми вместе я учился, всем тем, кто помогал нам закончить вуз. Сегодня, и я это хорошо знаю, потому что мы продолжаем дружить с университетом, сегодня очень много моих книг в библиотеке находятся. Я занимаюсь вопросами качества, обеспечения единства, измерения, стандартизации. Мы готовим специалистов, в том числе и в Эрмехе, по этой профессии. Я знаю, что вуз очень успешно и активно работает. Это большая заслуга профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов, ну и, конечно, ректората Константина Михайловича Иванова, который я очень уважаю и люблю. И я хотел бы пожелать успехов, здоровья, счастья всему коллективу Военмеха, поздравить с этим замечательным праздником и сказать «За успехи в Военмехе!». И поскольку я являюсь еще и президентом Метрологической академии Российской, довольно большая академия, которая объединяет всех метрологов России, не только в России, и других зарубежных стран, мы приняли решение на вот заседание президиума и решили наградить почетные грамоты Балтийский государственный технический университет Военмех, ректор Иванов Константин Михайлович, за большой вклад в развитие системы высшего образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов в области технического образования и связи с 85-летием. Поздравляю вас, желаю счастья и всего хорошего. Российская метрологическая энциклопедия. Здесь все про метрологию, про обеспечение единства измерений и про людей, которые тут трудятся. Очень много, кстати говоря, из Военмеха. Спасибо. Владимир Валентинович, можно вас попросить, поскольку сегодня все-таки пишется история, а это уникальнейший случай, когда два почетных гражданина Санкт-Петербурга находятся в одном зале. Я попрошу сейчас Сергея Константиновича, можно вас попросить для исторической фотографии подняться еще раз на сцену? Да, на фоне всего коллектива. Мы сначала сделаем на фоне открытки, а потом на фоне всего нашего большого коллектива Военмеха. Два почетных гражданина Санкт-Петербурга. Крикалев Сергей Константинович, Агрипилов Владимир Валентинович. Один из выдающихся выпускников нашего Военмеха Худыланин Александр Петрович.